Профессионалы будущего, мастера на все руки есть и среди школьников. Региональные соревнования по профмастерству Junior Skills стартовали в Чебоксарах. Чувашия принимает чемпионат уже во второй раз. В этом году на соревнования заявились 80 школьников от 10 до 17 лет. Все они победители и призеры сетевых отборочных конкурсов. Юные мастера продемонстрируют свои профессиональные навыки в таких компетенциях, как сетевое и системное администрирование, фрезерные работы, мобильная робототехника, аэрокосмическая инженерия. Программа ранней профориентации школьников Junior Skills инициирована и реализуется фондом Олега Дерипаска «Вольное дело». Поддерживает проект агентства стратегических инициатив Министерства образования и науки Российской Федерации. По поручению президента страны чемпионаты Junior Skills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».